Діти читають стихи на конкурс для «Лабіринт.ру», автор Зоя Олександрова, ученики 2 Б класса, школа номер 2 города Всеволожска. Это было в мае на рассвете, настал Остен-Рейхстаном бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной постовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг. И куски свистящего металла смерти муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня. Девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. И погладив ласково ладонью, он ее на землю опустил, говоря, что утром маршал помнит, Сталину об этом доложил. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну, и в Берлине в праздничную дату у Лотвину, чтоб стоять века, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.